Об эффективности казахстанской вакцины «Казвак» все еще идут споры. Российский вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что награждать создателей «Казвакцины» вполне справедливо. По его словам, эти вакцины производят хорошее впечатление. Но об эффективности можно будет говорить только после проведения третьей фазы испытаний. Для влияния на эпидемию очень важен масштаб применения. Если привьются только 20-30% населения, то вклад вакцины будет небольшой. Тогда стране изобретать собственную вакцину было не обязательно. Достаточно было бы приобрести импортную. То, что и им присудили премию Казахстана за разработку этой вакцины, это вполне справедливо. Но пока говорить об этой вакцине как о действующей еще рано. Так что здесь как бы две стороны. То, что они это сделали, это хорошо в научном отношении, в разработке этих технологий. Это все плюс для Казахстана. Сделает ли эта вакцина, скажет ли она свое слово в борьбе с пандемией, это будет видно.